Красноярский край – земля, богатая красотами, но нашей семье ближе всего станция Пугачева. Место, где находится домик, в котором мы очень любим отдыхать с детьми, куда приезжают наши друзья и родственники. Мы купили дачу в этом месте сразу после свадьбы. В то время все удивлялись: зачем нам такой большой участок? А мы шутили: это для большой семьи. И мы знали, о чем говорили. Ведь когда родились тройняшки, дача очень нас выручила. Летом мы отдыхаем здесь от жары, зимой собираемся нашей большой дружной семьей. Мы сами не ожидали с мужем, что в обычном слове «дача» скрывается столько сказочного. И ручеек, и паровозы, и качели, и большой животный уголок. Вот у детей должно быть счастливое детство, поэтому так рады, что купили дачу. А еще мы очень дружим с соседями, любим неспешные посиделки вечерами, пьем чай и смотрим телевизор. Кстати, часто у нас включен именно Енисей. Я абсолютно уверена, что наш край – лучшее место для отдыха с семьей.